А ты будешь вести новые хорошие шутки на СТС совместно с Александром Пушным? Говорили они тогда 22 ноября 2003 года на презентации нового сезона канала. Не ебу в душе, чувак, первый раз слышу. Я не эстрадный чувак, вот что я понял. Спустя там какое-то количество опыта в шоу в разных образах, так скажем, мне дико некомфортно на вот, блядь, большой сцене, где ты такой, а, раз, та-та-та, вот я станцую, пишу, шучу. Напор для Блейда. Для Блейда. И привет из Омска. Бля, спасибо, чел. Пятихаточка из Омска прилетела. Ух. Типа, мне сложно вообще там быть ведущим, который вот центровой, потому что я никогда и ни за что не учил никакие тексты. И поэтому что-то такое праздничное, знаешь, там, особенно... Пока отбой! Отбой! Экспромт, это супер хуёво у меня. Вот Пушной супер крутой чел во всех смыслах вообще. И в плане профессионализма, и как человек... С ним, когда, как это назвать, блядь, не выступаешь, снимаешься, чувствуется, что похуй вообще, что происходит, он вообще не погасит.